Ehi, tupai, Silva. Mi piace un po' San Diluno. No, ci sono tre lì. Quindi, в общем-то, всем привет, с вами я. Ну, в общем-то, вы меня уже знаете, если не то. Не знаю, в общем-то, это у нас Майнкрафт. Мой клуб здесь сразу, типа, прямо вот здесь, рядом с этой поляной. В общем-то, у нас выживание Майнкрафт. Я уже, честно, не помню, какая серия, но вы можете сейчас, в принципе, посмотреть. Я там не знаю, потому что... А, нет, по-моему, 17. Да, 17, потому что просто серия уже осталась. Я там не хочу поход, потому что болоту бегали, а потом уже 17. Давайте переработаем доски. Надо, просто будем делать дом. Просто будем делать дом. Небольшой дом. Чтобы успеть за день. Ну так мы просто сразу. Главное вот не ушануться. Чтобы там опять-таки да, не убили. Давайте вот так вот сделаем, если для окон. Если время останется, то можно попробовать делать окна. Видимо, да. Так. Вот я, в принципе, вижу здесь черное дерево. Вроде малыш. Нет, 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 нет. Они же не горят на солнце. Вот что за черт? Почему малыши не горят на солнце? Полнейшая дичь. Нам этого вполне хватит. Я вижу семена. Посадим их. Ну ладно, как еще, в принципе, все равно на аккуратных домиках. Самое главное сейчас это успеть его доделать. Саженцы давайте. Нам сами нужно очень саженцы. Посадим. Так, если сейчас выйдем, конечно. Я выйду сразу. Сразу нет. Всё. Не вылезаем. Так, давайте. Вырубим дерево ещё. Да. Вылезаем. Бояться на самом деле нечего. Теперь осталось только если сделать пол. Так, где у нас лопата? Давайте быстренько вот так все лопаты выкопаем. Беру это пол. Где тоже куда сломать? Потом нельзя на это сломать. Здесь тоже, в принципе, деревьев не так уж и много, я вам скажу. Да, вот тоже много. Не очень, но там достаточно. Надо просто пройтись и все. Давайте вырубим. Так, в принципе, мы, я думаю, неплохое местечко с вами.
постройки дома. Вроде даже очень хорошие. Я тоже могу найти продавать в окна. Не просят, я так, давайте сейчас сделаем пол. Есть как еще вариант попробовать выйти сейчас. Уже вечерей, давайте, мы должны успеть. Бегать и вырубить. Хотя бы одно. Мы успеем. Так, в принципе, эту серию мы будем делать. Ничего. Потому что мы выиграем. Если мы не выиграем, то у нас там, в принципе, есть дом. Я уже называла его дома, то есть я богатый. Ставим. Я сразу же складываем слиток. Это камушки, паучий глаз. Ну еще не устают слизи. Здесь двери. Что нам надо, кстати, поесть? Ну что ж, будем опять делать, надо осветить территорию. Не забыл, я не буду спавниться. В первое время надо так и хотя бы просто спать. Ладно, она поставляет тут. Только по дому. По территории. Чтобы было очень мало здесь мобов. Так, надо весь дом просто полностью освесить, чтобы он прям сиял, не знаю. Как белоснежный, не знаю. Все, теперь он сияет. Теперь давайте пойдем. Здесь, например, факел еще поставить. Раз. Ты что сделаешь, Леня? Вот это все отключил. Умри. Так. Вижу там крипера. Тут паук. Территорию я вроде как осветил, как-то более-менее нормально. Зомбики здесь спавнятся и никто. Давайте делаем палочки. Удочку. Еще немножечко палочек. Ну, допустим, еще можно делать. Ну, не знаю. Блин, я там грибы пропустил. Ну, миску сделаем, давайте еще. Чуть заборчика сделаем. Он тоже надо оградить как-то. Так, по сути, давайте оградим дом. Я бы пока спавнить не должны. Не должны, но... Иди вон. Я думаю, по периметру можно небольшую ограду поставить. Хорошая, кстати, идея. Давайте пока большую такую вот ограду сделаем. Давайте еще вот так вот поставим. Ну, более-менее. Теперь давайте уберем палки. Ну, паучий глаз. Один. Сколько? Две нити. А, еще две нити. Да блин, откуда вы собираете? А, нет, он один. Так, он прошел через... А, да. В принципе, скоро я уже, я думаю, можно кончать. Давайте уже получается.
Некоторые походы ночью с крипером за спиной. В общем-то, мы с вами бомжом деревянным полуразрушенным топором. Короче говоря, все наше богатство разрушено. Мы с вами все потеряли. Ну, это неплохо, в принципе. Наоборот, даже. Надо было там спаунпоинт, кстати, поставить. Интересно, на ПК есть такая команда, как, ну, не знаю, допустим, бэк? Нет. Давайте тогда здесь поставим spawn point. Так. Все, будем с вами здесь появляться. Весь лоб я тоже потерял. Такая вот ужасная нота. Ну, нет, мы с вами заканчиваем. Всем удачи, всем пока. До встречи в новых выживаниях. Выживание, кстати, я. Выпущу сейчас тоже небольшую серию. Ну, может, не сейчас. Всем пока.